Меня зовут Богдан Булычев, мне 31 год. Я увлекаюсь экспедициями, их организовываю полностью, придумываю и сам в них принимаю активное участие. Также у меня есть несколько бизнесов, которые связаны с авиацией, так как я имею 2 авиационных образования и практический пилот. Я путешествую и еще получаю от этого удовольствие. Со мной мой любимый человек, и при этом мы еще зарабатываем. Работа должна быть любимой. У меня есть такая работа. Меня зовут Владлена Бобровская, мне 24 года. Проживаю сейчас я в Ярославле. И на сегодняшний день я являюсь директором экспедиционного центра «РГО Экспо», генератором идеи которого является Богдан, ну а я больше по организаторской и координационной деятельности. Я помню, пришел домой Богдан и говорит: я тут подумал, принял решение отправиться в путешествие на мотоциклах по Южной Америке. Говорит, путешествие будет занимать от 3 до 6 месяцев. Когда-то давно я посмотрел фильм про Че Гевару, как он путешествовал по Южной Америке на мотоцикле. И эта идея еще с детства тоже грела меня и подогревала. Ну, как всегда, не удивилась, потому что такое бывает в нашей семье. Через неделю он приходит и говорит: я тут подумал, надо для начала по нашей стране прокатиться. Она уже у нас такая многогранная, великая. Я говорю: ну, поехали. Еще через какое-то время он приходит и говорит, что он вступил в Русское географическое общество, и теперь мы делаем экспедицию глобальную, масштабную, с привлечением СМИ, с привлечением администрации и всего остального. Давно у меня тешилась где-то внутри идея показать 2 города, которые являются для меня родными, это Санкт-Петербург и Магадан, своей будущей жене. Места туристические, исторические, так и просто новые какие-то места. Если будет интересное место, которое стоит посетить, мы обязательно постараемся рассказать о нем, включить его в дорогой фильм. И надеюсь, эта информация пригодится в дальнейшем и сподвигнет на, может быть, на такие же, может, даже на большие, на более интересные путешествия наших русских туристов. Еще через неделю приходит, говорит: слушай, много желающих поехать, хотим с друзьями, хотим снять фильм. Если поедем на мотоциклах, будет не очень удобно. В общем, приняли решение ехать на автомобилях. Как вы ищете эти необычные, неухоженные туристами места для своей экспедиции? В первую очередь, мы сами пытаемся изучить регион, и каждый из участников предлагает какое-то уникальное место к посещению, которое он бы хотел посетить. После этого мы на утреннем собрании всей нашей экспедиции голосуем. У меня, конечно, как у руководителя есть право вето, но я его еще ни разу не наложил. И надеюсь, что им не воспользуются, потому что, в принципе, интересы у нас совпадают. Последние 4 года я работала в сфере ресторанного бизнеса. На момент экспедиции я уже начала больше заниматься все-таки делами организационными, работать с партнерами, работать с отелями, работать там, с проживанием группы. И в какой-то момент, когда мне предложили руководящую должность, я собралась с мыслями и все-таки выбрала занятия экспедициями, выбрала своего любимого мужчину и решила двигаться с ним в одном направлении. Едем мы, соответственно, по федеральным дорогам, потому что по сидят параллели дорог нет, большинство мест это леса и
отходные места. Но в какой-то момент поняли, что снимать сами себя при помощи GoPro будет, ну, наверное, не так интересно. И было принято решение пригласить друзей, знакомых или просто профессионалов, ребят, которые умеют это делать более-менее качественно. Меня зовут Влад, я живу в Ярославле, занимаюсь видео и немножко кино. Мы встретились на одной как бы такой тусовке, и он подошел, говорит: слушай, я собираюсь в путешествие, мне нужно монтировать то, что я буду снимать там. Я говорю: здорово, давай, конечно. Вот, проходит еще какое-то время, он: давай, говорит, встретимся в кафе, нужен, ну, есть разговор. Я подъезжаю, он говорит: слушай, я тут собрался в путешествие, хочешь поехать? Мы, говорит, проедем из Петербурга в Магадан. На тот момент я, ну, что-то Магадан перепутал, видимо, то ли с Воркутой, то ли еще с чем-то. Ну, просто думаю, ну, клево, путешествие, приключения. Я сразу согласился. Потом, когда приехал домой, посмотрел, где Магадан, только думаю, вот это круто. «24/70». Он сейчас комар тебе залетит, «24/70». Мы 45 дней ехали бок о бок, знакомые люди, в замкнутом пространстве, в машинах. Тут нельзя уйти в другую комнату, нельзя пойти в кафе попить кофейку. Мы едем вместе. Одним из основных критериев отбора команды у меня был, вот человек должен быть хороший. Нажимая тангентку согласно вашей инструкции и просит повторить благодарность, и этого достаточно будет. С утра до вечера мы находились на работе. И это я доносил до всех. Но это была кайфовая работа, и мы получали от нее удовольствие. У нас были партнеры, у нас были обязательства перед ними. Приходилось постоянно решать большое количество каких-то вопросов, сложностей и так далее. Мы останавливались, снимали материал, что-то где-то переносили, настраивали. Ребята по вечерам монтировали видеодневники, ребята делали фотографии, выбирали. Мы отправляли это все для загрузки на наши аккаунты, на наши сайты, делали какие-то записки. То есть у нас была полноценная работа. Планируем посетить несколько мест и познакомиться с городом, и снять про ваш город материал. Это и отличает, наверное, просто путешествие, да, какой-то тур от экспедиции. По пути из Новосибирска в Красноярск, в Кемеровской области, мы увидели в поле взлетно-посадочную полосу. Это был аэродром Танай. Начинать свой путь путешественника с другой страны нечестно по отношению к своей стране. То мы только не видели за время того, когда мы путешествовали. Горы, леса, поля, болота, степи, овраги. Вот всего, чтобы все это увидеть где-то в одной стране, не надо куда-то уезжать. Для этого есть Россия. В Красноярск приехала группа путешественников, которая покоряет Россию от Балтийского моря до Охотского. Стартовала она в Питере, а финиширует в Магадане. Кстати, оба этих города находятся на 59-й широте. Отсюда и название экспедиции. Мы сворачиваем на бездорожье, пилим по камням, по рекам, поднимаемся в горы. В какой-то момент я думаю, что ты делаешь, остановись. Сейчас, не дай бог, что-то случится, а мы находимся там вот просто вне цивилизации. И... Но машина не подводила. Куча всего. Давай. Что с приездом? Красноярск. Мы в Красноярске. Сейчас ложимся спать. Через пару часов у нас пресс-конференция. После пресс-конференции мы встречаемся с блогерами, с YouTube-блогерами. И первое место, куда мы едем, это Красноярские столбы. А пока мы идем спать. Мы остановились, сначала мы любуемся. То есть сначала вот что происходит, да. Потом мы выставляем там камеры, выбираем, где что это будет. Ребята быстро фото снимают, ребята вставляют камеры, видео, сняли видео, потом какой-то проход со звуком пишем, потом еще что-то, допустим, да. Мы опять созерцаем, вчера потом просто упали вчера на траву, просто повалялись, посмотрели, то есть вот такие. Что
Что касаемо Красноярского края, я учился там 3 года, и он для меня такой тоже, вот, ну, как бы дом прям, дом-дом. Поэтому обязательно всех ребят я первым делом повез в заповедник Красноярские столбы. Ходить без троп, знаете, нельзя. Конечно. Автоматически повторяю, лазить по скалам лишний раз тоже не стоит. Ну, если сильно большое желание, обговариваем, что куда хотите и в каком виде хотите. Такая традиция сложилась в Красноярске ходить пешком. И сам заповедник организовали не сверху, а это организовано людьми. Люди любят свой заповедник, красноярцы очень хорошо к нему относятся. Там идеальная чистота, все абсолютно собирается и уносится из заповедника. На выходе есть контейнер, куда все складывают. Тотальный самоконтроль, просто вот на уровне, наверное, какой-то внутренней ответственности. 4 года назад мы построили вот эту лестницу. Но построена она, прежде всего, не для людей. А прежде всего она построена для защиты почвенного покрова. За 150 лет... Люди просто утоптали почвенный слой до такой степени, что скрыли здесь корни. Ничего не растет уже. Люди просто ходят пешком. Казалось бы, вот он не мусорит, да? На машинах не ездит, просто прошел. Просто он ходит каждый там тропа, выходные. Все. Тропа, вот такая, вот такие последствия. 71, 72, 73, 74. Hello. В правую щель руки. Богдан Юрьевич, вы вообще отсюда уже не выйдете. Товарищи, пожалуйста, пройдемте. Это местный. Отберите у него кусок. Все, хватит, пошли. Мне кажется, вообще смешно, да, как снижают? Скользко, мог, я же сказала, по мху не ходить. А вы говорите, нельзя спуститься. Вот это первый человек, который спустился задом. Смотрите, ни одного народа нет на столбах. За доход. Понял, да? Все, двигайся. Это барагонит. Вот. Просто Красноярск, это не видно. Руки просто поднимите. Давайте, раз, два, три. Столбы, да. А где кино? Вот здесь же кино можно снимать, а нет? Шалаболинская писаница, Красноярский край, петроглифы времен неолита и палеолита. Самое интересное, что там были разные рисунки. Из плохого сразу отмечу, что были петроглифы времен неолита и палеолита, были петроглифы 20 века где-то примерно. Тоже не очень хорошо, но хотя с другой стороны, возможно, это тоже станет частью истории через несколько веков. Вот, мы находимся в Куравинском районе, на правом берегу реки Тубы. Вот, здесь находится известный объект древнего творчества – Шалаболинская писаница. Ну, я представлялся, знаете, вот археолог – это Индиана Джонс. Ну, тут тоже археолог такой, но немножко не совсем как выглядит, как Индиана Джонс. Ну, он долго-долго это рассказывает, и я потом думаю, ну, вот сейчас я у него что-нибудь выпрошу, думаю, какую-нибудь вещичку какую-нибудь, которую он отрыл. Я говорю, вы не могли бы мне там что-нибудь там, не то что подарить, может быть, у вас есть какая-нибудь вещь, которую можно
На что он мне просто дает крышку от кетчупа и говорит, вот, это тебе подарок. Два с половиной километра скального массива, занятые древними рисунками. Хронологический диапазон от эпохи камня, эпоха нейрита порядка 8 тысяч лет до древности и вплоть до этнографической современности. Судя по сюжетам, которые можно там наблюдать, можно проследить практически все знаменательные вехи нашей отечественной истории и зарубежной. Ничего, в принципе, не поменялось. Человек каким был, таким и остался. Только технический прогресс нас немножко подводит. Самое, что интересно, вот здесь вот в разных точках по-разному может на себе это испытать. То есть где-то ты испытываешь какой-то подъем душевный, как молодая газелька, вверх-вниз по этим скалам. А есть места, вот там есть явный негативный фон. Больше 2 часов поработать там не получается. И сюжеты соответствующие. Там в основном сцены борьбы, агрессии. И образы вот медведеподобные хищники, как они нападают, или фантастические хищники. То есть что-то такое вот связанное с негативом. Мы как бы все это приняли, абсолютно нормально ко всему отнеслись, прошли весь маршрут, вернулись назад и вышли к речушке. Подошли к речке умыться и... Я просто прилег, как бы, пока все там что-то ходили, просто прилег на секундочку. И проснулся, когда все спали также рядом. Это было такие какие-то тоже странные чувства. После этого, через какой-то момент, тоже все проснулись, все посмотрели на друг друга и говорим, а сколько мы спали? Посмотрели по времени, минут 15. То есть вот просто вырубил и включил. Что делать? Бог его знает. Ну не трогай. Что же хуже Как будто в африканском лагере, короче. Африканский лагерь беженцев. Экспедиция. Экспедиция день такой-то. Мы похожи. Еда. Пойдем все закинем вещи. Да. Да, мне, по-моему, уже нет. Давай покушаем. Потом. Добро пожаловать, дорогие товарищи. Молодец какой. Это накрыл уже, да? Да. Все, все готово. Спасибо. Было принято решение в Красноярске встретиться именно вот с ребятами из проекта «Кызыл Курагина». Интереснейший проект – это археологические раскопки, которые ведутся на месте, где будет построена железная дорога. Культурный слой этих мест очень богатый. В общественности было принято решение о том, что нельзя просто взять, выкопать котлован под дорогу и построить там дорогу, потому что древние поселения, еще что-то, куча всего, что просто тогда потеряется. Набираются волонтеры со всего мира. На момент, когда мы приехали, там была вторая смена. Были из Америки, из Европы, еще откуда. То есть куча было народу, которые принимали участие в раскопках. Нам выделили огромную большую палатку, собственно, там, с печкой, с обогревом, с горизонтальными кроватями, на которых есть матрасы, на которых есть подушки и одеяло. Это было, конечно, здорово отдохнуть после уже вот такого ритма. Ну, как бы, конечно, кофе, на самом деле, наконец, там нет. Наконец-то закончились эти пятизвездочные отели долбаны, в которых мы толком не спали. Просто приезжали, молились и уезжали. Здесь реально время. Время еще 12 нет, да? Мы уже можем практически ложиться спать. Утром ободряющее, если же пока еще гимнастика. Там
поехал там в Таиланд, там это, в Турцию, ну да, то есть, ну, но на самом деле это совсем другое. Ты как открываешься, ты входишь в новый совершенно коллектив, ты как бы проводишь вот лето свое совсем по-другому, абсолютно по-другому. То есть ты от всех своих проблем, всяких айфонов, опять же, и прочего, ты отдыхаешь, ты здесь совершенно по-другому. Ну как же однообразная работа? Ну, однообразная работа, ты вот работаешь с утра там, до обеда, с обеда там, до вечера. Лагерь Кызыл-Курагина на самом деле это уникальное место для молодых людей, потому что там дух хорошего Советского Союза. Здоровая пища, здоровый климат, все еще нужно для счастья. Если посмотреть на эту всю площадку, понятно, что совершенно ровная, красивая, хорошая терраса. В принципе, когда в 2015 году мы здесь проводили археологические изыскания на предмет выявления новых памятников, когда мы увидели эту площадку, сомнений не было, что здесь, ну, в любом случае здесь будет поселение либо стоянка, потому что, ну, очень хорошая площадка, близко к реке, открытое место. Опять же, обратите внимание, что вот там у нас есть холм, который, ветра все дуют с той стороны, там холмик, который закрывает от ветров. То есть эта площадочка, она еще и прикрыта от ветров. Это очень тонкая работа, то есть это же все, это же железо и укованное. Это все вытянуто, упаковано. Это, вот, к сожалению, не могу вам ответить, скорее всего, какой-то предмет ритуального назначения, смотрите, диск. А, да. И вот такие вот насечки. А может, это... То есть, может быть, календарь. Нет, мы, к сожалению, то есть, ну как вот, я не могу сказать гарантировать, поэтому я, соответственно, интерпретировать это, ну, не буду. Для меня это был просто камушек. А приглядевшись к нему внимательно, мы понимали, что это средство для выделывания кожи. Могу сказать, что давно, наверное, не был в такой атмосфере. Мы как раз попали в тот момент, когда была пересменка. Одна смена уходила, вторая смена должна была прийти. Попали на итоговый концерт. И был концерт, где были задействованы абсолютно все. Даже мы там подпевали и плясали в агонии. Песню выбирал я. Я житель города-героя Москвы. Песня про Москву. А особенно про любовь к ней. Начнем. Снежинка, как огромный седой вертолет, на виске расчирикалась жилка, все проходит, и это пройдет. Разыгралась тайге непогода, здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. Из-под снега достану морожек, отогрею и высосу сок. Тихо сохнут портянки горошек и палатки добротный кусок. Мы своим не меняем привычки, вдалеке от родимых домов. В кузаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов. Ну а ты, моя нежная Перри, мой надежный спасатель. А потом мы начали петь песни под гитару, что, ну, тоже в какую-то такую тебя атмосферу погружает, свободы, наверное, какой-то. Ты вот в тот момент реально ни о чем не думаешь, о каких-то хлопотах. Все сидят, все дружны, все поют песни, и ты вместе с ними. Очень здорово. Тяжелые ноши на плечо, и память прошлого легла, а то и опять зима, опять снег, зима, опять снега. Придут метели, не извиня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Я до весны, до корабля не доживу когда-нибудь, ни пухом будь. Земля, а камнем ляжет мне на грудь, ни пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От своей тоски не матерись. Я вернулся туда на сезон поработать волонтером, потому что, ну, действительно это интересно. Чем дальше мы уезжали на север, чем дальше мы уезжали от цивилизации, когда
пропало кофе из заправок, хот-доги ушли из заправок, уборные ушли из заправок. До Иркутска мы двигались в таком бешеном темпе, мы не успевали поспать. Все участники спали 2-3 часа максимум, но там редко удавалось 4-5 часов. И днем мы просыпались, мы шли на пресс-конференцию, потом снимали быстро все достопримечательности, какие-то уникальные места. Тут же отправлялись в дорогу, ехали и днем, и ночью, приезжали под утро. Снова вот эти вот 2 часа поспишь, просыпаешься, и вот так вот все в таком духе. А после Иркутска, уже вот начиная с Байкала, у нас начался такой умеренный ритм. Мы могли остановиться там, где мы хотели, что очень удобно было нам. Мы могли остановиться тогда, когда мы хотели, когда водители устали, например, хотят отдохнуть. Поэтому, скорее наоборот, был вход в зону комфорта уже, а не выход из нее. Вот. А жизнь в палатках, я думаю, каждому участнику понравилось гораздо больше, нежели жизнь в гостиницах. Конечно, нам всем нравятся мягкие кровати и вообще горизонтальное положение, потому что часто приходилось спать там под наклоном. И всем нравится горячая вода и наличие, в принципе, душа и всего остального, и всяких удобств. Но насколько здорово ощутить себя в единении с природой, с окружающей тебя. Я вот такое всем желаю испытать. Сколько килограмм стоит? 30 рублей. 30 рублей? 15 килограмм. Ну, говорят, все. Ребят, мы едем на Байкал! Тихо, голову не разбей! Нет, мы едем на Альфон! Сколько? Отлично. 80. Вот, сколько стоит. Это наш бальзин. Это у тебя? Это круче американских горок. Это русские микрогорки. Так, у нас тут есть проблема. Как? У нас тут семеро, а палаток у нас сейчас 3 двухместных. 3 двухместных, то есть, ну... Один человек там... Можно в доме кого-нибудь разместить? Или что тут, или как тут? Надо спросить, наверное, в большой палатке еще есть место? Там спальник, коврик есть? Да. Значит, можно положить ее в большую палатку. Угу. Не страшно. Ну, конечно, случай много из машин. То есть любой человек, который приезжает на Байкал, на Альхон, может приехать к Сергею. У него есть большая огороженная территория. И можно на территории его дома разбить палатку, воспользоваться его уборной, воспользоваться баней, воспользоваться водой. То есть это вот он дает, что у него есть. Поэтому вот таких людей, как Сергей, к сожалению, мало, но они есть. Он, помню, вышел к нам такой... в рваной фуфайке, с босыми пятками, такой уже почерневшими, наверное, от ходьбы долгой. Светящийся человек с большой густой бородой, такой открыт, сказал: «Ребята, привет!» Он принес нам с утра 3-литровую банку молока свежего. И то, что он говорил, то, как он видит мир сейчас, это очень здорово было. Добрейший души человек. У него есть образование европейское. Он учился во Франции, работал топ-менеджером в крупной компании. В какой-то момент принял решение, что что-то я иду куда-то не туда. Бегу вот в этих крысиных бегах. Что-то нужно делать. Взял жену, тогда, по-моему, у них еще не было детей, и уехал на Альхон. Когда рядом общаешься, вот появляется улыбка на лице, вот как сейчас у меня, которую просто невозможно убрать. Туристы не туристы, но приезжают сюда многие люди, потому что Байкал притягивает, Альхон притягивает пуще, потому что в сердце Байкала находится. Кто мы? Мы здесь живем уже 10-й год. Живем при храме при православном в поселке Хужир. Вот наш батюшка идет, отец Василий. Батюшка, заглянешь к нам на огонек?
Тут народ приехал... Да, народ приехал из Москвы. Большие панорамные окна, видно Байкал. И все это было так как-то по-душевному. Вот, ну вот светло, солнечно, как и на улице, так вот и в душе было. Собирались уезжать с Хужира и встретили застрявшую машину. Мы не можем остаться в стороне, ведь наша экспедиция несет добро. Давай раскачку, да? Давайте, раз, два, три. Не газуй, не газуй. Подожди, когда пойдем, подожди, не газуй. Уже готовит. Ну что, наконец-то добрались до Байкала. Давно мечтал, здесь служил, но на Байкале не был, только со стороны видел. Понеслась. По сторонам? Когда мы доехали до Байкала, мы поменяли пятизвездочные гостиницы на многозвездочные палатки. Новый вид медитации на солнце. Определенно хотела попасть, конечно, на Байкал. Все-таки это одно из величественных озер России. Что касается Байкала, смешанные очень чувства. Мы все ехали на Байкал, и вот всем, наверное, знакомо это ощущение, когда ты заранее начинаешь переживать эмоции, когда ты накручиваешь, что вот сейчас, наверное, мы немножко перегорели. Ну, что могу сказать о Байкале? Это, точнее, даже не о Байкале, а об острове Ольхон, наверное, больше. Это такое распиаренное попсовое место, где очень много туристов, в принципе, в любое время года. Но меня поразило количество мусора. Просто вот ты идешь, и вокруг тебя свалка. Ну, я не представляю, как местные жители там живут. Наверное, из-за этого у них есть озлобленность какая-то по отношению к туристам. Байкал действительно уникальное место по всем параметрам. Но приехав туда, мы поняли, что реклама сделала свое дело. То есть мы ехали на такой распиаренный проект, хотя он действительно очень интересен. В целом нам он очень понравился, и с большим удовольствием мы его посетим в рамках нашей следующей экспедиции зимой. Потому что зимний Байкал – это уже совсем другая история. Yeah.
первый раз с людьми, которые держат прямую связь с потусторонними силами, мы встретились как раз на Ольхоне, рядом с Хужиром. Там проходит ежегодный слет шаманов. Шаманы приезжают не только с России, не только с Европы, но даже были из Америки шаманы. Мы приехали сюда, и там было ежегодное камлание шаманов. Проводили камлание в честь того, чтобы все было хорошо. Ну, назовем это так. То есть там была какая-то узко сформулированная цель, но вот, чтобы все на земле было хорошо во имя всеобщего блага. Когда я посмотрела на них, посмотрела, что они делают, как они себя ведут, мне сложилось впечатление, что это все-таки псевдо-шаманы. Но что-то в них вот было такое отталкивающее, даже, наверное, на физическом уровне, что мне не хотелось даже подходить к ним и что-то спрашивать. Даже в момент этого камлания они принесли жертвоприношение, был зарезан барашек какой-то. Ну, тоже я на все на это посмотрел как-то так немножко. А потом, когда мы проходили мимо их алтарей, там лежали сигареты, стояла водка, они ругались всем матом дико, и какие-то были прям вот, ну, неприятные. Шаманы начинают приглашать своих родовых духов. Внимание, шаманы, помогаем друг другу. Нивуншины, тахилшины, помогаем. Мне поразил количество алкоголиков на улицах. Ну, это просто невероятное какое-то количество. То есть это прям бросается в глаза. То есть среди нашей всей страны, вот прям Улан-Удэ, ну, там их много было. Я когда выходил гулять там из квартиры, там они прямо ходили, на каждом углу такие зомби. Там по одному не отпускали девушек просто даже до магазина дойти. Касаемо центра буддизма, Иволгинский датсан, который находится рядом с Улан-Удэ. Я не ждал его, я просто ехал, я знал, что там есть мощи нетленного ламы. Еще интересный такой факт, что в этом регионе противоборствующие силы – это шаманизм и буддизм. Вот удивительная штука, что они как бы борются за, как сказать, за наши души. Кто кому достанется, кто будет во что верить. То есть они друг друга недолюбливают. Ну, то есть это даже вот местные жители об этом говорили. Но знаете, там интересно, что люди и в то верят. В Волгинском датсане есть так называемые домики. На территории датсана расположено очень много разных домиков, помимо основных монастырей или храмов. В этих домиках как раз живут ламы, астрологи, еще кто-то приезжает отовсюду. Вот нам посоветовали одного астролога, одного целителя. Я зашел к одному из этих астрологов. Сидит такой суровый, серьезный дядечка. Ну, такой вот он весь фактурный. И мы с ним стали разговаривать. Как разговор мне очень понравился. Как с человеком, как с интересным человеком, как с неординарным человеком. Есть такая ситуация, когда ты отрицаешь все, да, и вот как бы все в штыке. А есть ситуация, когда ты относишься к этому немножко скептически, но позволяешь этому быть и получаешь от этого какие-то свои определенные удовольствия. Я позволял этому быть и получал от этого удовольствие. Да, там были и целители, так называемые астрологи, еще кто-то. И ребята из нашей команды все попали к ним. Но у них строгие часы приема. И пока я ходил три круга вокруг Иволгинского датсана, я захожу в помещение, где сидит пророк,
местный, который нагадал уже там моим ребятам кучу всего хорошего и может быть, и нехорошего, что они, ну, не то, что нехорошего, а, ну, что-то сказал им такое, что они под впечатлением. Я захожу, говорю, вот, здравствуйте, говорю, я бы хотел узнать свое будущее, на что он так лежит, так на диване, такой вот дядька, тучный, и говорит, все, время закончилось, извини, друг. Тот из фотографов вышел и такой прям немножко даже озадаченный. То есть что-то ему там, видно, сказали такое, что заставило его задуматься. Я думаю, что это неплохо, потому что если человек задумался, значит, было над чем. В целом, сами ламы, которые там находятся, они довольно-таки верующие и прям очень сильно верующие люди, и это чувствовалось по ним. Туда, и белый шаман проводил обряд очищения. А как уже после мы узнали, что на теплоходе приехала группа детей-инвалидов, ну, с ограниченными возможностями и психологическими, и физическими. И он провел для них обряд очищения. Камлания шамана по некой якутской традиции необходимо подойти к алтарю, к месту, где был очаг, взять немножко сажи и отметить себе на лице для того, чтобы духи помогали тебе во время восхождения к вершине Ленских столбов. Этот шаман прям располагал к себе, и он, в принципе, всем пожелал, он каждому подошел, каждому что-то из нас сказал. И, в принципе, как сказали все, никто не сказал, что именно он сказал, но все отметили, что те слова, которые сказал белый шаман, были именно те, которые хотел услышать каждый из участников. Когда он дошел до меня, я внимательно слушала, кому я что желал. В конце он сказал, что и детей тебе, 3-4. И мне так это отложилось в памяти. И не знаю, что это было, но я аж так немножко опешила. Ну как, чем я занимаюсь? Вот у меня с чаром читаю. И впоследствии, когда мы уже с ними общались, он показался мне очень открытым, очень добрым человеком. Было видно, как он устал от обряда. Видимо, он действительно вкладывает какой-то вот дух, силу в то, что он делает. И когда я подошла и спросила его про момент, который меня очень интересовал, это про мое здоровье, я говорю, как,
как думаете, что дальше будет? Он говорит, ну, во-первых, у тебя аура закрыта, и ну, никто не проникнет к тебе без твоего желания. А во-вторых, говорит, если тебе станет в какой-то момент плохо, у тебя же есть теперь мои фотографии, распечатай ее и скажи, деда, помоги, и я приду, помогу. И вот это было одно из самых ярких воспоминаний. Блин, аж голос задрожал. Вот вы там сидели, вы дали, например, сейчас снег. Она сказала, медведь не будет. То есть такая, да. На момент того, когда мы добрались до Ленских столбов, мы были уже в районе 30-35 дней в пути, уже подходило к 40. Представляете, что такое больше месяца сидеть в машине, двигаться только до столовой и до номера или до палатки, то есть 200 метров в день, а то и меньше. Весь абсолютно, вся нижняя часть тела у нас атрофировалась просто вот напрочь. В жару, с атрофированными ногами. Мы поперлись в лес на Ленские столбы. Я прям взяла себя в руки, и когда, помню, увидела маленькую такую хрупкую бабулечку лет 80, которая вот таким вот ходом бодрым спускалась с этих Ленских столбов. Влада посмотрела на нее с такими глазами полного уважения и сказала, извините, можно я вам руку пожму? Ну, и если уж 80-летняя бабулечка поднялась на вершину Ленских столбов, чем я хуже? В какой-то момент мне стало жалко одного из наших операторов, когда он шел с камерами, с рюкзаками и еще нес гигантский штатив. И я говорю, давай я понесу, помогу тебе, хотя сам же идти не мог. Мы шли, все смотрели на друг друга, все молчали, но должны были дойти. Мы на вершине мира. И когда мы поднялись на вершину, и нам открылся взор на величественную реку Лена, на противоположный берег, на остальные столбы, это чувство вот было самым ярким, самым вспоминающимся за все время. Посетили несколько закрытых маршрутов и прошли полностью нетуристическим маршрутом, так называемая красно-черная трасса с обрывами, где один из участников нашей экспедиции не мог идти. У него закружилась голова и подкосились ноги, и он просто сошел вниз. То есть он дальше не пошел. Но были такие участники экспедиции, которые бесстрашно стояли на выступе, на каменном. Вниз была высота метров 100-300. То есть, ну, везде там по-разному она варьировалась. То есть, и они стояли просто вот, ну, как бы для меня это было тоже так. Высота здесь приблизительно 150 метров над уровнем реки. Ну, и можно даже вот услышать, как долго будет лететь камень. Смело нужно ехать в северные регионы. Чем северный регион, тем он более интересен. И, наверное, начиная от Урала, Сибири, как раз Забайкалья, Республики Саха-Якутия, Магаданская область, вот тут, наверное, и были вот самые такие незабываемые, интересные именно природные места, которые однозначно стоит посетить. Больше всего меня впечатлили два региона. Это Республика Саха-Якутия и Магаданская область. Красивее мест я не видела ни за экспедицию, ни вообще, так как особо-то не путешествовала. Эти вечно сменяющиеся сопки, это вечная мерзлота. Это красивейшие пейзажи и очень интересные, одухотворенные такие местные жители.
федеральная трасса Колыма – это просто отсыпанная грунтовая дорога. А вот именно здесь мы и стали обращать внимание на ремонт наших колес. То есть можно там поймать такую волну, что на этой волне ты можешь, ну, просто не приземлиться на четыре колеса. Один раз я как раз в этот момент был за рулем, я поймал эту волну, и я ощущаю, что у меня где-то вот левое переднее колесо что-то там еще держит дорогу, а все остальные колеса в воздухе. И вот мы едем, ночь, страшно, очень страшно. И Богдан говорит: главное, чтобы камни не упадали. И в этот момент мы слышим оглушительный звук и понимаем, что как раз в этот момент упал камень в машину. Потом мы уже на следующий день днем увидели при дневном свете отпечаток от камня. То есть действительно был довольно такой мощный бросок. Но тут же он сразу же поправился и говорит: ну, мы доедем, и все будет хорошо. То есть вот такая сила слова, сила хорошей мысли. К тому моменту, когда мы подъезжали к Магаданской области, в душе, наверное, каждый из нас себя уже чувствовал, ну, очень крутым путешественником, которые уже проехали практически всю Россию. И, ну, уже так вот, знаете, мы ехали уверенно, спокойно, уже рассудительно понимали и знали, что мы делаем. И когда на дороге мы увидели человека, который за собой тянул телегу со всеми своими пожитками, мы остановились. Ребят, мы выехали 10 числа, у нас сегодня 22 число, и мы как бы едем чуть больше месяца из Санкт-Петербурга в Магадан. Этот человек идет из Нерюнги в Магадан. На следующий день он уже идет 3 месяца пешком. И я чувствую себя, ну, как бы обычным родителем. Какое было наше удивление, когда он нам сказал, что он один пешком идет из Нерюнги в Магадан. И это его уже третья или пятая попытка. Вы вошли в Магаданскую область, и вам еще идти 1000 километров, и это будет еще... Это не 1000 километров, уже осталось 103 сантиметра на карте, по карте. Он на самом деле был парализован и не мог ходить, а замотивировала его бабушка, которая 2 года шла из Европы в Магадан, и он сам себе внутри сказал: почему я такого не могу? После этого тебе я хочу вам еще раз пожать руку, и удачи вам, берегите себя, и... Это, конечно, очень много. Ну, мы поехали дальше. Богдан, наклеечку, широта. Наклеечку не надо вам? Ну, да. Наклеечка. Круто вообще. Тоха, а где моя наклеечка? Сейчас мы начнем наклеечку, а наши наклеечки счастливые. И ни одного, ни пробоя не будет. Не будет никаких... Ничего, у меня где колесо на выстрел? Это как дела? Анекдот. Здравствуйте, да, колесо на выстрел. И еще на монтаж не помогает. Ну и в этот раз он, к сожалению, не дошел до Магадана. Он не дошел до Магадана всего в районе 500 километров. Сказал, что начинают болеть ноги. И если он дойдет дальше, он дойдет. Но все его результаты, которые он достиг, откатятся. Потому что он может рискует опять оказаться вот в том состоянии, с которого стартовал. То есть ноги могут опять не ходить. Ну, у нас 10 сантиметров. У нас как бы это. Да. Удачи вам. И хорошей дороги. Да, давайте восстановимся.
Итак, мы наконец-то добрались до Магадана. В пути мы были 44 дня. Сейчас на часах у нас 23:30. И завтра у нас будет, ну, финиш для всех, для прессы. Но сегодня у нас настоящий финиш, наш. Итак, мы ехали и мы приехали. Мы в Магадане. Ура! И теперь обнимашки! Это некая сказка, потому что кто бы что ни говорил, а для нас это была прям эмоция. Эмоция, наша вот эта маленькая жизнь, к сожалению, закончилась. Не зря это было, наверное, конечным пунктом. Он же оказался и вот самым долгожданным для меня, самым таким насыщенным. У нас была там целая программа. Скоро финишируем, да. Да, скоро. Буквально уже едем на финиш. Сейчас всех увидишь своих там. Будешь как звезда сиять. Я хочу себе такую Вимафину. Она очень красивая и чистая. Она мне нравится. Ну, что касаемо финала в Магадане, конечно, Магадан нас удивил. Удивил с хорошей точки зрения, вот с хорошей позиции, с тем, что нас встречали на самом высшем уровне. Был глава города, глава региона, губернатор, приехал даже сенатор Анатолий Иванович Лисицын. То есть как бы была куча народа, плюс были местные, вроде там 100-200 человек, ну там непонятно сколько, мы не считали. Они хлопали, радовались, фотографировались с нами, надули имитированный финиш, в который мы въехали. Ну мы не чувствовали себя, наверное, героями, было просто приятно. Руководитель экспедиции Богдан Булычев. Да ладно, звездный час. Координатор проекта Владлена Бобровская. Видеооператоры Владислав Паранго и Антон Панов. Фотографы Ульяна Уринова и Максим Иванов. В нашем фильме мне хотелось бы показать его не со стороны ГУЛАГа, репрессий и всего, что с этим связано, а со стороны туризма. Показать Магадан с моря, показать красоты Магадана. Потому что когда мы ехали по федеральной трассе Колыма, те члены экспедиции, которые никогда не были на севере, просили остановиться на каждом, через каждый километров 10, и говорили, давайте сфотографируемся, вот тут такая красота. Мы хотели проехать этим маршрутом и увидеть эти красоты, пережить их сами, вот ощутить их на себе, постараться их передать в наших фотоотчетах, в наших видеодневниках и в нашем фильме. А я, слушай, вручу свой значок мэру. Давай по очереди. Вручай ты вперед. Да, хорошо. До кого еще не было, да? Это правда, да. Спасибо. Давай. А я свой значок. Спасибо. Все, так что мы теперь в команде. Вот так. Антон, Юрий Иванович, давай сними, пожалуйста, отсюда. Иди сюда. Сними вот так отсюда и общий план. Теперь никуда не денешься. И мне такой же. А можно его посмотреть? Давайте сюжет глянем, мы же не видели. Впереди у ребят осмотр самых красивых. Привезли обеды! Но уже на 2016 год запланированы две крупные экспедиции. Автопробег по Заполярью, а также морской путь вокруг всей Европы до Крыма. Ирина Тихонова, Анатолий Тихонов. Эхо дня. Ну, что касаемо фильма, что касаемо самой идеи, которую мы хотели показать и отобразить в этом фильме,
популяризация внутреннего туризма, это все понятно, это есть в этом. Но это не главное, наверное, в этом проекте. Наверное, именно то, почему мы поехали именно по России, таких мест, ну, то, что нет нигде. Такого количества разных мест точно нигде нет. Разные климатические зоны, абсолютно разные регионы, народы. Вот все-все-все-все-все это есть в нашей стране. Поэтому я всем советую путешествовать именно по России. Ну, начать надо с этого. Вот, и посмотреть, насколько все-таки многогранная и объятна наша страна. То есть там от пустынь до арктических шлейфов. Поэтому то, что понимали мы, то, что прочувствовали мы, мне хочется передать дальше. Я хочу, чтобы это увидели зрители, это увидели люди. И ну, мы постарались снять интересную, красивую картинку, чтобы показать ее вам. Это и проверка самой себя. Так как я ни разу не путешествовала, тем более с палатками и в таких походных условиях, конечно, мне было интересно узнать, как я адаптируюсь, как я привыкну к таким, ну, не скажу, что экстремальным, да, но вот к походным условиям. Второй момент – это, конечно, проверка отношений личных, потому что, ну, лучше проверки не найти для пары, когда ты находишься рука об руку 45 дней в пути. Я, наверное, рекомендую многим сомневающимся, твое это или не твое, встать в диванчик. Открыть свою машину или байк, взять свою вторую половину, собрать немножко пожитков, денег и поехать куда-то просто проехаться. Хотя бы на юг, хотя бы в соседний регион, просто куда-нибудь ногами. То есть, чем больше вы будете вместе, тем больше будет понятно, твое это или не твое. Главный момент для себя я поняла, что все грани у нас в голове, потому что не существует на самом деле никаких границ и ограничений в возможностях. Ты можешь все, просто надо ли тебе это, хочешь ли ты этого. На 2016 год у нас запланировано 3 новые экспедиции, которые мы надеемся реализовать и рассказать про них тоже в наших следующих фильмах. Самому хочется вернуться на север. В общем, я дал волю своей бороде, она у меня вот немножко отросла, и мы едем в Арктику, опять же, едем немножко знакомым маршрутом, заедем к Сергею, к нашему другу, обязательно передадим ему привет, что они еще не решили, что ему привезем. Думаю, наверное, привезем самокат снежный для детей, потому что там есть где кататься, а детей у него много, ну и я думаю, что это полезный будет подарок. В Заполярье, в порт Тикси, море Лаптевых. Ну, то есть вот поедем уже немножко другим маршрутом. Вот путешествуйте, получайте от этого удовольствие. Подобно комете, часу в точку предназначен.
живое. Понимаю, что я на мгновенье буду жить без понятия, кто я. Касаемо миссии под миссии, девушку удалось удивить.